tell me it's alright. Don't tell me Chris is fine. Not caring who you bribe. You know he hates you. You can't get into work. They say your pride got hurt. I see you're looking worse. I've seen it take you. Don't see what others see. It don't relate to me. Don't need to bounce me on your knee and pretend that it's not you. Go and grit your teeth. Yeah, you're grinding in your sleep and you're fizzing underneath you and you're feeling a shake up. It's a good grief. It's a good grief. Fine belief in good grief. Great skeptic is how we do it up north. Some might say that it's moaning, but it's keeping us warm. Great skeptic is how we do it up north. Some might say that it's moaning, but it's keeping us warm. But it's keeping us warm. Yeah. Where chemicals can take you. Dirty nails and fucked up tales of last night's off the rails. Not pretty when you're the oldest in the club. It's a good grief. It's a good grief. And fine belief in good grief. Great skeptic is how we do it up north. Some might say that it's moaning, but it's keeping us warm. Great skeptic is how we do it up north. Some might say that it's moaning, but it's закончили наш сплав по реке Кача. Получилось отлично. По такой хорошей погоде мы, по-моему, вообще никогда по Каче не сплавлялись. Да-да. Снега-снега обычно. Вот, получилось классно. Воды хватало для колбасы. То есть вообще, ну, вот очень-то это, уровень воды был прикольный. Я решил попробовать олдскульную технику, которую описывал Роман Диал в своей книге по крафтингу. Использование задних грибков для компенсации потока. Техника использовалась без фартука, соответственно, я тоже шел без фартука. Техника работает, но все равно заливает намного сильнее, чем с фартуком. Я, наверное, отливался раз 10. Саша, по-моему, отливался один раз. И то как-то так, там количество воды было такое, ну, можно было и не делать этого. Саша попробовал идти со спинкой. И он ее довольно сильно вперед сдвинул, вот получился такой спорти-режим, то есть, ну, именно с упором в баллоны. Я вот тоже попробовал, прям это реально интересно, реально вполне очень еще более управляемая лодка получается. Ну, из минусов можно сказать, что нельзя колбаситься, как на диване, когда ты так лежишь на вялом сплаве и там, ну, грибанул, и это, но здесь зато очень это, очень прям это такой контроль очень классный над лодкой. Чё еще? А, еще испытывали дно с новым покрытием. Саша говорит, что идет лучше и скользее, ну, не знаю. Вот просушим, посмотрим, насколько его покоцало, ну, а вот коцает, то есть нет, как бы, в общем, надо работать над составом. Ну. Ага. Ну, в целом, вот здесь я вижу. Ну, это как раз где ноги, пятки упирались. А, то есть поотшибало. Ну. Ага.
Вот под сиденьем. Под сиденьем нормально. Вот, что еще интересного? Порожек сегодня был вообще такой интересный. Ну, здесь единственное препятствие есть, порог. То есть он такой в меру колбасистый был, прямо это понравилось. Жалко, что тех, кто не пошел с нами, потому что было очень офигительно. Вот, нам вообще понравилось. Хорошая такая речушка. Хорошая погода, офигительно, все классно. Да. Всем привет!